Рэпер прокомментировал интерес Мизулиной к нему. Он пошутил, что политик к нему неравнодушна. Алишер отметил, что она проявляла к нему интерес в России, выгнала из страны и даже тогда не оставила в покое. Нет, ни от меня не убежишь. И вот я уже живу в другой стране, а она пишет властям другой страны. Обратите внимание, что за человек у вас живет. Девочка моя, ты просто напиши, хватит заниматься херней. Можно же просто поговорить, встретиться, познакомиться, увидеться. Твои методы странные, так не завоевывают мужчин. Ну а как ты хотел? Также он заявил, что сам писал Мизулиной в директ в Инстаграме. Однако она удалила аккаунт в запрещенной в России соцсети. Ей 38, она идеальна. Как мне связаться с тобой, Катя? Элайша Грей и Александр Грэгхэм Белл разработали устройства, которые могли передавать речь посредством электричества.